Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это 78-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ-коинов. Оказался я на мероприятии PUBG, в живых у нас 34 игрока. Десантировался я в самое подходящее место, ибо уже в начале мне удалось найти неплохой дроп, а именно Desert Eagle, Reflu и М4. Осталось найти снайперскую винтовку, и можно уже претендовать на топ-10. С помощью монтажа ускоряем нашу игру, в живых у нас осталось 9 игроков. Я по-прежнему не сделал ни одного фрага. Замечаю какого-то игрока, который катался около меня, видимо, он хотел выскочить. В определенный момент он и вправду оставляет свой автомобиль, и я пользуюсь этим моментом, угоняю его машину, но он успевает прострелить мне все колеса, но даже так я успел от него скрыться. Решил оставить машину, забраться на гору и попробовать отцепить кого-то из противников, но не пойми откуда тот же самый игрок уже на другом автомобиле находит меня, начинается между нами перестрелка, но и по итогу я в ней проигрываю, хотя если посмотреть сюда, то видно, что по мне стреляли сразу целых 3 игрока. Но и оно неудивительно, почему я умер. Занял 9 место и заработал 4220 БП-коинов. На руках у меня, если что, 254 миллиона. Спускаемся в нашу майнинг-ферму. И, кстати, если вы не знали, отныне на Аризоне создавать подвалы с вентиляцией больше нельзя. Это означает, что моя ферма в дальнейшем может принести еще большую прибыль. Но это в случае, если я буду продавать дом. Но так как это у меня фирменная метка, продавать я ее, конечно же, не буду. Заливаем охлаждающую жидкость во всех видеокартах и запускаем нашу ферму. Биткоинов, если что, у меня 180 штук. Инвентарь у меня пока что забит хламом, но в ближайшее время я думаю отправлюсь на центральный рынок, оставлю свой аккаунт на денек и быстренько избавимся от всего этого. Заходим в достижения, и здесь у нас есть интересный пункт. Легенды Сан Андреас. Как мы видим, здесь довольно много заданий, за выполнение которых мы получаем АЗ-коины, ну а также какие-то аксессуары. Сегодня я решил выполнить самое легкое задание отсюда, а именно, нужно сфотографировать такого монстра, как Самара. Его примерное время появления 20:00. Поэтому отправляемся вот в эту вот деревню, поднимаемся на эту крышу и видим здесь уже других игроков, которые также находятся в ожидании этого самого монстра. Ну и самое главное, не забываем прикупить себе фотоаппарат, ибо по-другому задание вы не выполните. Так, друзья, вот и тот самый монстр под именем Самара, просто посмотрите, как он жутко выглядит. Щелкаем его один раз, ну и как мы видим, задание было выполнено. За это мы получили талон на 80 АЗ-коинов. Какого-то игрока, видимо, немножко потрепал этот самый монстр, ибо он умер. Снова заходим в эти самые легенды Сан-Андрес и видим, что сфотографируйте Самара, задание мы выполнили. И если вам интересно посмотреть, как я буду выполнять все эти задания, дайте знать в комментариях. Решил я спуститься вниз и подойти поближе, как тут у меня появляется скример на весь экран, и я умер. Решил спросить у своих подписчиков, какая нынче самая прибыльная работа, на что мне ответили, что пожарным можно зарабатывать в час примерно от 10 миллионов. Я решил проверить, так ли это на самом деле. Отправляемся в центр занятости и устраиваемся здесь пожарным. Время, если что, у нас 19:30 по московскому времени. До этого я никогда не работал пожарным, но учитывая, что в последней обнове обновили эту работу, думаю, самое время ее испробовать. Использую свой скейт, доезжаем до пожарных, встаем на этот пикап и надеваем рабочую форму. Также сразу нам дают огнетушитель, и, судя по всему, нам нужно взять рабочий транспорт и далее отправиться на одно из мест происшествий. Садимся в грузовик, прописываем команду Fires, далее видим одно из мест происшествий — обвал тоннеля, сложность средняя. Также нам пишется, что сейчас в пожаротушении участвуют 3 пожарных. Конечно же, принимаем эту работу, но что-то мне подсказывает, что пока я доеду к месту назначению, пожар уже будет потушен. Также справа можно заметить шкалу, которая показывает в процентном соотношении уровень завершения пожара. Мне подсказали, что можно добраться до этого места на своем личном транспорте, поэтому я решил воспользоваться магическим шаром, но что-то пошло не по плану. Короче, я снова взял грузовик, и как мы видим, на данный момент нет происшествий. Остается только подождать, как вдруг появляется появится новый вызов – возгорание в трейлер-парке на выезде из Лос-Сантоса в Сан-Фиерро. Сразу же принимаем эту работу. Уровень сложности у нас легкий. И боже, кто же придумал ставить на КПП шлагбаумы, которые открываются раз в минуту. Ну все, можно начинать тушить пожар, но я вижу, что другие игроки, вместо того, чтобы делать все это из машины, воспользовались огнетушителем. В зависимости от локации, наверное, легче тушить огонь с помощью огнетушителя. Хотя я не совсем понимаю, если мы будем тушить огонь с помощью машины, будет ли нам за это капать больше денег или же нет. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Этот пожар мы потушили, смотрим в чат и видим следующее. Бригада из 4 бойцов ликвидировала возгорание в трейлер-парке. Благодарим за службу, заработано на этом вызове 175 тысяч. И что-то довольно мало. Отправился на следующий вызов, но и здесь, думаю, буду тушить все это с помощью машины. Также заметил, что вроде бы из машины пожар тушится быстрее, хотя, возможно, мне просто кажется. Потушили пожар на этот раз. Заработано на этом вызове 500 тысяч, но что-то мне подсказывает, что к этим 500 тысяч прилагаются те самые деньги из прошлого вызова. Но в любом случае, на прошлом вызове мы заработали 175 тысяч. Это получается, что на этот раз, как минимум, мы заработали вдвое больше. Так, друзья, попался еще один заказ в Сан-Фиерро, но пока я доехал, пожарники успели потушить все это, но даже так свои 44 тысячи я заработал. И что я заметил, на данный момент очень много игроков работают тут. Видимо, и вправду работа прибыльная. После этого я решил взять магический шар, ибо каждый раз на место происшествия я приезжаю одним из последних. Ну а на магическом шаре, думаю, с этим я смогу справиться быстрее. Появился новый вызов в округе Эмеральд Айсел. Это у нас в Лас-Вентуросе. На магическом шаре я, конечно же, долетел первым. И как мы видим, это один из тех пожаров, которые, судя по всему, нужно тушить именно огнетушителем. Залетаем внутрь, ну и, в общем-то, начинаем нашу работу. Большую часть этого пожара потушил именно я. Уже под самый конец приехал какой-то игрок, но весь пожар он тушил с помощью машины. В конечном итоге мы видим, что на этот раз я заработал примерно 540 тысяч. Большую часть работы сделал именно я, и если так подумать, то это уже неплохо. 500 тысяч просто за тушение пожара. Следующий вызов у нас около горы Вагас. Снова начинаем все это тушить. Заработал я почти что 400 тысяч, что также довольно неплохо. Ну и, в общем-то, друзья, решил я закончить работу. И по завершению я вижу следующее. Благодаря улучшениям моей семьи я получил дополнительную зарплату, а именно ровно столько же, сколько я и заработал. То есть 1,4 миллиона умножаем на 2. В сумме я заработал 2,9 миллионов, что довольно неплохо. По времени я работал всего лишь 30 минут. И, судя по всему, если бы я поработал еще дольше, то смог бы заработать, ну, лямов 7, думаю, точно. Наверное, вы заметили, что я долго отсутствовал на канале, ибо я был на отдыхе. Когда я вернулся с отдыха, моя майнинг-ферма снова на паузе, ибо здесь закончилась охлаждающая жидкость. Забираем прибыль, которая здесь есть. Но что самое главное, охлаждающая жидкость из моего инвентаря также закончилась, поэтому в следующей серии мы обязательно об этом позаботимся. И думаю, уже наконец-таки будем делать более конкретные шаги к тому, чтобы купить очки NetRunner. Набираем здесь 300 лайков, и следующая серия выходит сразу же. Всем до скорого!